Вальдшнеп. Крупный кулик плотного телосложения с большой головой, с длинным прямым клювом и короткими ногами. Глаза большие, черные, посажены очень высоко и отнесены несколько назад, благодаря чему вальдшнеп может видеть то, что происходит у него за спиной, не поворачивая головы. Гнездовой ареал огромный, занимает лесную и лесостепную зоны. Евразия от Пиренеев, Британских островов и севера Скандинавии до Сахалина, Приморья и острова Хоккайдо. Птицы, гнездящиеся в европейской части России, зимуют во Франции, Испании, странах Юго-Восточной Азии, Европы, на Кавказе и в Северной Африке. Населяет разнообразные влажные леса, как равнинные, так и горные, преимущественно густые, лиственные или смешанные. Часто селится вблизи болот и лесных речек. Основной корм – дождевые черви и личинки насекомых, живущие в верхних слоях почвы, преимущественно жуков и двукрылых. Thank you.
Thank you.